Юра, привет! Ребят, всем Здорово. большой привет! Сегодня мы с Юрчиком идем на 7-ю карту, заходим в радиацию, там в оружейке ищем какое-то оружие. Каждый выбирает себе рандомную оружейку, какое оружие выпадает, с тем потом и идем развиваться с той пушкой до фулл 6. Грубо говоря, с оружейки, с радиации до фулл 6. В начале ролика, пожалуйста, прожмите лайк, потому что потом 100% забудете. Это не так тяжело сделать. Пожалуйста. И также подпишитесь на канал. Идем к миллиону. Нас становится с каждым днем все больше и больше. А это не может не радовать. Также скажу вам, ребят, о том, что в этом видосе мы разыграем Royal Pass. Потому что спонсором Royal Pass является у нас Юрий. За что ему огромное спасибо. И для участия в розыгрыше просто досмотрите видосик до конца. Ну а мы полетели на 7-ю карту. В радиацию. В оружейку. Вернее, по оружейку, там заберем оружие и идем дальше. Давай, Юрец, мы первые с этого спавна будем в ратке. Ребятки, мы заспавнились около солевого там на спавне. Бежим, специально порезал, потому что представляю, каким длительным будет этот видос. Так твоя первая оружейка? Так, похер чья, ты любую лутай, ты сам на выбор. Я побегу себе залутаю аж, наверное, на палатку вторую. А ну, что тут будет, я покажу подписчикам. Ой-ой-ой, М24 целая. Повезло. Порезка. Да не порезка, все нормально. Я залутаю. Мне на палатке нормально сыпет первая. И вот это. Та хуже дает. Поэтому давай я это залутаю. Похер. Две рядышком. О, типы уже у нас, Юрка. Ну похер. А, я не успел оружейку подлутать. Отхожу. Лучший. Ты че? Пожалуйста. Куда мы лезем? А у меня просто таланта нет, так бы я оружейку лутанул. Мне похер, что нас убьют. Мне главное залутать оружейку. М24 в руки возьми хоть, чтоб не слетело. О, в натуре. Thank you. Забыл. А где его тиммейты? Не знаю. Так, дайте мне золотое что-то. Разрабы, пожи. Фамас улучшенный, пойдет. Фамас не улучшенный. Честно. Так, сейчас бустанусь. Ну, а тут, в принципе, можно... А, собака! Можно и сливаться, можно выходить. Давай и пофайтимся. Да. Ну, давай пофайтимся. Ты именно такой. Да. А ну-ка, что, если бы я это открыл бы, что было здесь? А ну. Сейчас МК-шка золото, я вообще... Кьюбизишка лучшая. Лучше бы я это открыл бы. Кьюбизишка, а здесь что? Сейчас чекну. Давай чисто по оружейкам пробежимся и на выход. Чтоб не затягивать, потому что, Юрка, долгий видос, скучный будет. Арбалет целый. Имба. У меня еще не самый плохой вариант. АВМ улучшенная. Погнали, еще тут оружейку чекнем. Слушай, где его тиммейты? А кто его знает? Он же... А, не открыл. А ну. Вектор улучшенный. Ну, слушай, лучше, чем АВМ. Ой, М24. Ну да. Я сейчас лед выйдем. Красный песель. Чиназес. Ой, все. Биткоин не успею закинуть. Не успел закинуть биткоин. Похер. Главное, чтобы пушка не слетела. Ты жив? О, на крыше, да, тип. А, о, стой, так жалобу надо подать. Найс. Вот это контент. Вот это контент. Это контентище. Это топчик. Так, жалоба, инсейн, использование. Это контент. Так. Ну и вот так. О, типа забанят. Ребятки, запомните. Я не отправил жалобу, я сейчас отправлю. Ребят, кому нужен этот титул? Как он называется? Не сыщик, инспектор. Шериф. Короче, я не помню, как называется. Юрка, ты не помнишь? Не. Ну, кому нужен этот титул, бросайте на этого типа жалобу, его забанят 100%. Потому что он с крыши убил. Так, сейчас почту проверю, и потом, естественно, в телеграм-канале, ребят, я вам все это дело покажу. Поэтому подпишитесь на телеграм-канал, вот. Смотрите, они... План жалоба получена. Все, теперь просто подождем. Погнали, Юрка, нам надо на босса по-любому забрать броню. Ну да. Потому что
На этой карте ничего не падает. Ребят, 215 патронов, 3 буста взял. Все, что взял в катку. Нам надо как можно скорее насобирать себе на закуп, чтобы запуститься на 7-ю карту. Там мы уже с тобой, Юрчик, за одну каточку будем фулл 6. Сомневаюсь. Да не, я не сомневаюсь. Далеко мы так зайдем. Кстати, ой, сейчас бот сколько хп будет сносить, ё-моё. Сейчас еще и нокнет. О, хорош, Юрит. Спасибо. С ботинков надо было бы броню пособирать. Ну да, хотя бы какую-то. На следующую катку пошла бы. Так, я лутаю. Давай. Сейчас красный, фулл 6. Угу. Постанова. Рюкзак, бинты, плюс мачете. Да ты что, я заряжен. Главное, чтобы бот не вырубил. Босс, верни. Да. О! Крепи его. А я обвесы никакие не покупал на оружие. Надо было бы. Давай. Да ты шо? Рюкзак третий. Оно. В смысле, два предмета? А, о, есть. Броня, шлемак, рюкзак. Так, в этой каточке я подлутался, в следующей ты, Юрка. Или сейчас пойдем другого босса заберем. Давай я целую этот заберу. Я уже патроны взял. Ну, забирай целую, забирай. Я двухстволку забрал. Так не, забери и пушку. Думаешь? Конечно, смысл, что она будет лежать, тебе в следующую катку тоже пойдет. Это ж мы добыли в бою. Ну, тоже верно. Конечно. А вот с ботинка сейчас заберешь себе этот, тоже броньку. Давай. О, второй броник. Я юмб заберу. О, оружейка, давай чекнем. Чекай. А здесь вообще можно это нормально выпустить? Я думаю, не. Ну да. Главное, чтоб ящер был живой. Ну да. Оно. Я думаю, да. Я думаю, оно. Даже. Ты? Уже нет. Ну, фиолка. О-о-о! Я бы ДБС-ку на самом деле забрал бы. А я бы бросил кости на четвертый примачок. Ого! Да нет, забирай все по-честному. Так, не сохранять. Не сохранять. Все, по броне у нас уже плюс-минус в следующую катку порядок. Ну да. Я могу поменять М24? Конечно, конечно, что нет. Имба. Потому что с ДБС, ой, с М24 это тяжело. Не, ну ты ж уже в каточку зашел с ней. Ну да. Воевал. Так, бежим на того босса, но патронов мало. Юра, его файтят. Ого, бегу. А его файтят МКшки, МГ3шки, у нас нет шансов, брат. Так, давай попробуем за окна, я попробую закрыть. Так, они в окне и так, эти типы. Так, сейчас буду пытаться. Да, не, против Фулл 6. Посмотрим. Мне кажется, шансов у нас минимум. Не, ну у нас пушки-то останутся. А у нас все останется. Ну, на следующую катку. Ну все тогда. Поэтому в следующей катке мы уже пойдем с тобой в метрошку лутаться. Там типа. А хаешек нет, да, Юрчик? Есть. Сколько? Сейчас скажу. Тихо. Две хаешки и два молика. Дай хоть молик или хаешку. Прыгают там. Дай. Уже. Сейчас пойдут лутать этот. Оружейку. Оружейку, да. Нажимаем. Да ну это Unreal. Сходу с добивом.
Ну да. Так он косу и вообще не попадает. Ой, горит один. А не, это пока для нас это Unreal. На эту катку, в принципе, алгоритм действий должен был остаться таким же, как и на прошлую, но... Раз уж мы далеко от боссов, то погнали залутаем подземку. Пошли. Залутаем подземку, и за эти деньги можно будет купить либо броньку, либо оружие, чтобы хотя бы одного уже запускало на седьмую карту. Ну да. Ну сейчас... Пойдем. Там нормальный вынос будет. Там лям мы подлутаем на изи. Правда, что это все так долго и нудно будет. Ну, это для нас. Для ребят-то оно пройдет как секунда на монтаже. Ну да. Главное найти побольше биткоинов. И я хочу на таланты понаходить предметов, раздавать. О, старинная монетка есть. Только сказал. Юра, я лутаю ластовый кейс на самом-то деле и не очень насыпало. Вообще не очень. Угу, локация. Да. Ты здесь не был? Не. Ну вот, серьезно? Побывал теперь. Так, нам нужно. Куда? Нам нужно боссу, чтобы попасть. Пойдем мы вот сюда. Так что на выход. Чекнем еще босса. Сколько у тебя вынос, ты говорил? 120 тысяч. У меня 546, но так это ж не чистыми. Ну да. О, карета подъехала. Типы. Или уехала. Ну забайте. Так я даже не знаю, с какой стороны это. А, все, зашли вот тут. Слышу их. Watch out. Мне патронов очень мало. Пофиг. На кулак. Да-да. А тут хер пойми, куда он убежал. Ё-моё. Я здесь не слышу никого. Да и я пока не слышу. Главное, чтоб он нас первый не услышал. Ну да. Вижу, Юрка, у меня. Бегу. Там можешь не бежать. Он голый? Да. Ну, жетончик хотя бы. Куда целишься? Ты шо, вообще? Вообще не хотел его убивать, я думал даже скинуть что-то, когда он прицел входит. И кейс еще один показал мне, ну тут такое. Ну плюс 25к принес нам, спасибо ему за это. Все, теперь точно на босса. Так, у меня босс закрыт, Юр, у тебя? Мне тоже. Тоже? Третий рюкзак. Маг второй. Может на рептилоида еще сходить или на выход? Топки на выход. Все, бегу. Давай. Юрий, будьте добры, приготовьте, пожалуйста, вынос уже. Да. Включая старинные биткоины. Ну вот так вот. Конечно. О! Еще и чертополох высокоточного прибора. Боже, у меня белого. Забери вот белое все. Так. На выход, сейчас чекну, сколько чистыми и на что мне хватит. Пишет 1,1 ляма. Ну. Нормально. Сейчас это грязными. Чистыми получилось 904. Слушай, сейчас возьму броню, либо же МКшку, либо же шлемак. И пойдем тебе опять-таки на эту карту. Жмем броню у босса. Ребят, я остановился на МКшке, взял на нее коллиматор. И больше, естественно, ни на что денег не хватило. Поэтому, в принципе... Сейчас я предлагал Юре пойти по тому же алгоритму, залутать. Он говорит, не, погнали сразу по боссам, чтобы забрать броню. Ну да. Поэтому бежим, хотя нам к боссам очень далеко бежать.
Но чем быстрее мы заберем с босса в броню, тем быстрее мы попадем на седьмую карту. Юра, босса уже файтят. Юра, босса уже СМКшек. Сейчас закроем. Ты по кому там файтишь? Галяков закрывает. Оу, щит. В дверях. В дверях? Там и дальше вон тип контролит нас. Осторожно. Да ты шо, разброс у меня. Надо одиночными. Ты ему три головы дал. Ого, Юрка. Где за деревом? Да, где ты за деревом? Я вижу, ты в опене. И тут чел уже в спине у нас. Это фул шестерки бегут, Юра. Бежит, поднимается. Давай. Там сквад, в смысле, а смысл сквада взять? Заползай. А мы что, не сквад? Не, мы дуо. Пускай они думают, что у нас еще типы в этом. Аптечки есть, нет? Нету. Кинул шприц. Юра, они вообще нулячие. Шприц подними. Сейчас. Ног. Они вообще нулячие. Брат, они вообще нулячие. Я вижу, а что такое? Я не знаю, это ботозавры какие-то. Как они тебя нокнули? В упоре. Как я аж голый полностью. Это тоже голяк. Влево побежал. Сюда, Юрка. И там, и там. Один есть. Где-то за коробками еще один. Ой. Еще один. Хаишку греет. Лучший. Да ты шо. По 25к собираем. Сколько киллов, Юрка? Один. Найс. Ты лютый. За это я тебя и уважаю. Обычный ты. Вот тут подлутай, типа. Окей. Что-то мало жетончика у меня. Где босса пошел разваливать? Через окно. Окей. Так тут бустые аптечки были, я возьму тебя. Давай. Начищенные. Разрывчики. Пойдет. Все, Юра, мы заряжены. На позитив? На позитив. Я что-то не понял, почему у меня только два... А, они повыходили сразу, понял? А-а-а. Только в ног, сразу на выход. 15 аптек у меня. Ты его убрал. Смотри, чтоб тебя босс не нокнул. Две псины! Давай, делай золотого. Красный. Красный, рили? Да. Покеш. Бегу. А, письмо? Я, походу, не. Да не письмо, с него не падает. А, монета. Так, броньку я не сохраняю. М24 целая твоя, Юрка. Монета? Не, смотри, СК-12 высшего качества, ничего себе. Из жетон кобра золота. Ошалеть. Забирай. Все, тебя теперь запустит точно уже на карту. Ну да. Тогда я, получается, буду идти с вами. Да. Хорош, пойдем. Посмотришь, сколько у тебя по закупу будет, но мне кажется, что уже запустит. Ну, у меня уже 400 тысяч. Да должно. Да, должно. Так, а бежим. Не, еще на босса. На босса? Да. Ты шо? Правильно, что я купил МКшку, а не броню, шлем. Да. Так бы мы сейчас были в лобби. Не, повезло, что эти типы были... Типы в упоре. АЕшка есть? Да. Смотри. Осторожно, там дальше один! Лучший. Нам тоже хаешка. Плохая хаешка. Там последний остался. За камнем. Ого, прям возле меня.
Лучший. Юра, шо, бежим вдвоем. Ну пошли. Он молик себе бросает. Это было сильно. А ракетница! Чиназес! Да. Ух, братик, ну мне кажется, что они забрали. Ты понял, да, кого? Да, босса. А где еще один? А, во. Ну, кстати, хотя бы жетонов поимели. На, тебе жетоны держи. Не, держи, тебе ж на закуп, если там не будет хватать. А, или хотя давай мне, да, и красную херню давай мне. Потому что да, меня не запустят. Мне надо насобирать бабла на шлемак или на броню. Валим. Ага, босс закрыт. Босс закрыт? Да, ну есть оружейка. А броня, это они с него забрали, 100%. Ну, да, ожидаемо. Так, я заберу тогда медоед на продажу. Даже целый. Все, значит, солевой и рептилоид могут быть живыми, потому что, ну, мы слишком много типов закрыли на этой карте. Мне кажется, туда никто не побежал. Хотя, возможно, какой-то одиночка. Но посмотрим. У нас еще есть корабль, если что. Момент истины, Юрий. Ботика здесь нет. А, все, ботик крякнул. И босс, скорее всего. Блин! Может, броню не за... Да, ну, конечно, это ж не седьмая карта. Ищи босса. Внизу. Внизу? Точно? Сколько там? Да. Его. Ничего, по сути. Я МП5К возьму вместо... Бери, бери. И броню забери на продажу, если что. Ну да. Вдруг не будет хватать разрывов. Ого, 411. Чекаем рептилоида и на выход. Да, рептилоид Юрик тоже вот. Ну я заберу на продажу. Почему бы и да. Погоди, бинты скину, аптеки скину. Патроны продам, и мне точно потом хватит на то, чтобы запуститься. По идее. Погоди, а что у меня в этой катке? А ничего у меня нет. Ого, меня не запустит, Юра. В смысле, почему? А что ж я с собой возьму? Ну, типа, у меня ничего не поменялось. Это мы тебе закуп сделали на следующую карту. А... 300 тысяч? Мне кажется, не будет. Надо, чтобы ты скинул мне предметы, либо же побежать еще... Да, давай, давай забежим в метро, залутаем еще метро быстренько. Давай. Итого, у меня получается, Юрчик, 271 тысяча, ну там с условием выноса. Я думаю, на 30-ку я докуплю сейчас каких-то обвесов на МК-шку у Вилмак. И да, таким образом меня точно пустят. Мы вынесли явно больше, чем на 100к. Сейчас, вот у Вилмак беру. Должно уж пустить. Да. 289. А у тебя хватает? Да, 333. Все, я тогда беру еще жопу. Таким образом, мы не будем и затягивать видос, и пойдем уже на мою карту. Ребят, там 100% лута мы вынесли даже больше, чем на эти два обвеса. Все, 304 тысячи есть. Беру разрывчики и let's go. О, так Юра, у нас тактика та же. Тактика галактика. Бежим на босса, валим босса, забираем красное что-то с него. По идее. Ну да. Если повезет. Может даже золотое. Это будет имба. Золото это будет вообще имбуля. Так, ребят, все, что взял. Во, все. Больше ничего нет у меня. Там сейчас... Пока... Право. Вот я тоже... Так уверенно бежал, а потом думаю. Не вижу их. Они могут подтягиваться сюда наверх. И в спину нам зайти, да? Да. Ну, я думаю, они так не сделают. Ну все, Юр, тогда отмена плана, бежим на лед. Давай. И за компы садимся, да? Ну давай. Ну я думаю, там кто-то спавнился уже. Или поднимаемся на крышу Радки. И отлетаем в бан. Да. Это по тебе? Не. Странно. Странно? Это хорошо. Это хорошо. Главное затащить эту каточку. Ты что, если бы с первого раза получилось улучшать одеться и тебе, и мне? Я думаю, да, получится. Да. Тут киллбоксы. Будем надеяться на то, что типы побежали лутать Радку. Они ждут голяков. Третьей броне.
Термовики чисто на первых минутах. Ну. В упоре. Да не-не-не, Юр. У нас уже в спине сейчас будут. Их не трогай. Так они сюда бегут. Откуда? Слева? Да. Да не, они туда убегают. Ну ладно. Вот бегут. По льду. По льду? Да. Пак? Давай в упор. Под... Давай. И! Какого хера персонаж прыгнул? Да, в упор я подпускаю. Угу. Не, те же вратки, они на нас не обращают внимания. Рано. Юра, это вообще гуси такие. Это изикилы. Пушим. Два нока дал. А шо ж, два нока. Ну это бот. О, бронька четвертая есть. Залагало там все. Дальше. Там дальше, Стой, меня выкинуло полностью с игры. Какого хера? Ё-моё. Такого еще не было. Осторожно, отыграй. Меня нет в игре. Закрыл одного. Лучше. Меня еще закидывает. Хоть бы вернуло. Да, есть, переподключиться. Только почему это произошло? И в такой момент. Не, ну хорошо после того, как мы их закрыли. Так. Это что за хаешки? Мои. Все, я с тобой. Так, что я забрал? Рюкзак четвертый и бронька четвертая. Ты с кем-то файтишься или нет? Ну да, я закрыл склад полностью. Лучший. Пошли лутаться. Здесь розовый. Давай. Там сейчас босса прибегут. С левого, с правого? С левого. Хаешки забираю, четвертый. Шлемак. Так, есть, да. Забрал. А где еще тип? Здесь пятый шлемак, забирай. Давай. Есть. Молики забираю. Разрывы? Энергетики. Хаешки, молики, все. Шетончик. Сейчас типы прибегут еще. Понял. Так я два нока дал хаешкой? Да, и закрыл типов. Хорош, так я слышишь, ничего себе. Да не, Юр, ты не накручивай, там нормально им залетело сначала. А вторы от тех двух. Тех двух, да, базара нет. Ребят, если вы думаете, как вы могли слышать Юру, когда меня выкинуло... Типы. Мы через Дискорд общались. Ой, охранник мне залетел. А, их тут трое, Юрка. Эй, я запорол катку. Сейчас посмотрим, что слетело. Так, что же слетело? С меня рюкзак слетел. А с тебя? Но мне все равно хватает, типа, на то, чтобы пойти. Без рюкзака пойду? Да, 5к. А, ну на закуп тебе все равно, да, хватает? Сколько у тебя там? 307. Найс. Хорошо, что МКшка не слетела. Так бы фиг запустила на седьмую карту, пришлось бы все заново. Вот за МКшку я больше всего парюсь. И шо? А, да. Так, кейс, рептилоид, лед, компьютер, золота, 6, давай сюда, пул, радка. Давай. А я хочу, чтобы их видно было. На Булдроп завезли межпространственные обновления и добавили Булпас, а также обменник, к которому, ребятки, мы вернемся чуточку позже. Вначале пополним свой баланс по специальному промокоду, который ты видишь на своем экране, ведь он дает плюс 24% к пополнению. Ого, сколько новых кейсов нам подвезли. Давайте откроем Техноапокалипсис, сходу десяточку. Смотрим. Фигня. О! Хорош, 3 мифика! Ничего себе, продаем и откроем Ночь Ужаса с пропуском 10. Ничего себе сыпануло. Слушай, тут на косарей, 5 косарей. Естественно, продаем. А по промокоду, который ты сейчас видишь на экране, ты можешь абсолютно бесплатно открыть кейс «Другое измерение». Пришло время воспользоваться обменником. Нажимаем «Обменять», выбираем по центру и... Плюс 294 буллкоина. Найс. Ребятки, не забывайте о том, что добавили буллпас, и мы поднимаем уровни не только за то, что открываем кейсы, но и за то, что играем в игры. Выводим юсишки, заходим на аккаунт, проверяем, что они пришли. Да, все есть, ребятки, все ссылки будут в закрепленном комменте и описании. Ну все, значит, все идет по плану. Кейс, рептилоид, лед, компьютеры, шестерки, радка. Все, за одну каточку сейчас. Я просыпаюсь, да. И батарея на 5% заряжена, все. Ну, если бы сейчас с кейса груда выпало бы, о...
Топчик был. Да. Можно было шлемачок купить. Да. Тут и оружейка есть. Тут тип. В этом. Смотри. Нихера себе. Залутал уже. Не, не залутал. Спасибо за 25к. Я оружейку чекаю. Дичь. Смотрю, шаги на карте какие-то. Так он контролил этот кейс. Да, кейс. О. Пойдет. Сейчас скажу, сколько получилось. Плата, печатная плата, батарея. И, о, ну короче, в сумме у меня сейчас в сейфе закинуто 212к. Нормально. Пойдет для нас, для бомжей, то что надо. Главное, чтобы он рептилоида. А, бежит тип туда. Я попробую закрыть его. Давай, давай. Если б красный только. Это он? Нет, это по нему. Рептилоида я закрыл. Он лутал его. Он тоже голый. Да. Броня четвертая. Ё-моё, может надо было бы ему и отдать это все? Да не, ой, я ДБС-ку заберу хотя бы. Давай, забирай. И броньку на продажу. Ну, пока все максимально по моему плану. Дальше лед, компы. О, эвакуатор и улучшенный. Есть шестерка, надо? В смысле шестерка? Я шестерка прицел. Прицел? Да. Пока не, но я думаю пригодится. Типы бегут, вот сейчас бы пригодился. Фулпак бежит на ратку, вот сейчас бы он очень пригодился. Не фулпак, два типа. Сейчас даю один ног. Ну рано еще, подожди. Тихо. Я в спину захожу. Жду тебя. Иду. Одного захавал, второй тут. АЕшка есть? Mm-hmm. Да. Он убегает. Ну пускай. Там красный тип. Не, наверное. Я второго закрывал, он был в пятом. Он фиолка, ну что за бред? А этот где-то тут за углом, Юрчик. Тебе надо выходить первому с ДБС-кой. Давай, я пошел. Нету никого. Есть. Главное, чтобы он сзади не был. О! Мы будем принимать. Давай этого надо принять. Он где-то здесь. Он бежал влево. Может, в ратку убежал? Может, в ратку, да, убежал. Ой-ой-ой, там замес. Ну, вы под лупань, это все. Юра, тебе бы зайти подняться, посмотреть, там, нет ли там типа в комнате. Как не пожи-пожи. Сейчас. Уставимся, иду. Ух ты, что ты развал. Тут хороший файт. Юра, это наша катка, это наша катка. Здесь два киллбокса лежат. Пустых. Пустых? Да. Петушиные патроны. Петушиные. Пробуем? Слышу. Идем? Не-не-не, пускай он идет. Он лутает. О, там нокнутый лежит. Давай. Захавал одного. Юра, тут много типов. Понял? Откуда? Я не знаю, я пока отойду. Царямбыч. Юра, я тебя не бросил, я отомщу. Не файтится с кем-то? Да, тут два спада файтится. А ты можешь отползать? Ну, я ползу. Давай ко мне. Мне еще ратка хавает. Не, не успею. Ратка хавает. Ты мне тут можешь поднять, Виталь. Бегу. Есть. Аптека есть у тебя? Да. Я побежу сразу наверх. Давай. Thank you.
Давай, 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 давай. Тут кейс есть. Выползай, выползай, выползай. Подними меня на руки. Чел уже в спине у нас. Да ты шо? О, меня еще набрали в этот момент, когда ты нокнутый был. Килься сразу, Юрка. Килься. Это наша катка, 100%, брат. Там лута. Там лута капец. Сзади. Сзади зашли. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Нок. Тут МГ-3-шка у типа. Угу. Сзади. Ёлки-палки. Смотри, всё, пошли. Пушим. Встать. Быстрее! Юра, броню! Я кинул молик. Одел. Я в пятой броньке. Красный тоже. Ой, там еще один. А, издалека аж. Так, смотрим по броньке. Смотрим, смотрим. Это хорошая катка, брат. Это топ-катка. Так. Бронька у меня осталась, МКшка у меня осталась. И у тебя все осталось. Вот это топ. У-ху! Закупаемся, идем дальше, детка. А ты шо, Юрец, вот это спавнчик. Это наша каточка. Сейчас по Шурику. Тыщ-тыщ. Шестерочка. Что тебе надо? МКшка, вышка тебе нужна. Да. Фулл-сет брони, рюкзак. Сейчас все будет, брат. В этой катке точно. Я закуп сделал. Там еще деньги. Сейфа я взял. Я же в сейф закинул предметов, продал. Ну да. Так что деньга имелась. Бежим. И шо, вот это спаун? Спасибо, разрабы. Мы, я надеюсь, его не пожасрем. Не убиваем. Давай, 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 давай. Я сходу дальний кейс лутану. Давай. Ты занимай позицию где-то поближе. Ты же ДБС-кой. Там, по-моему, уже типы или не? Не-не. Все, ладно тогда. Ждем. О! Босса файт. Ты слышишь, что там происходит, Юрец? Да. Ты знаешь, сколько у нас лута сейчас будет? Полный инвентарь и портфель? Да. Пускай там друг друга разваливают, лутаются и идут сюда. Да, и сейчас эти типа еще с босса туда подойдут. Ну да. Не говорю, вот эта катка вот тупо фулл 6. То, ради чего мы играли все это время. Слышишь, может, надо было бы подтянуться туда? Бегут, 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 бегут. Бегут? Бегут, может, да. Они сейчас тоже на тех пойдут? Вот если они пойдут на тех типов, нам надо заходить им в спину, Юр. Не, это уже упор. Лучший. Я даже не успел по нему пострелять. Красный. Рюкзак. М4 Кобра. Юрка, ты с оружкой. Быстрее, быстрее, быстрее сюда. Держи. Патроны есть? Скину. Да, 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 есть. А что я тебе скинул? Сайгу? Да. А чего он меня... Сайгу это я сбросил. А, ты сбросил. Да. Один фиолка остался. Сейчас те придут еще. Да-да-да. Нужны ходежки. Есть, я скину тебя. Хорош, хорош, хорош. Иди сюда. Иду, 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 иду. Держи. Держи. И туда же стану. Давай, 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 потому что сейчас начнут подходить еще вот типа. Нам, если что, надо будет просто пробежаться по кейсам. Да. Или пойти уже встречать типов.
Слышишь? А дай мне на сайгу патронов. Держи. Жду. Так, шестой рюкзачок уже имеется. Остался шлемак только мне, и все. Потом одеваем тебя. Да хотя у тебя МГ-3-шка Кобра. Ну да. Мне кажется, ждать. Юрчик уже... Что ты говоришь? Нужно ждать типов. Мне кажется, уже никто не пойдет. Они там развалились, пойдут, залутались. Пойдут. Да? Пацаны, мы с Юрой пошли на выход, не стали сидеть до талого из-за того, что Юру дернули по работе. И чтобы вы понимали, вот эту часть видео я записываю уже на следующий день. В этот день выйдет видос. То есть большую часть видоса мы сняли с Юрой вдвоем вчера. И вот сейчас доснимаю сам. Мне... Опа, МГ-3-шка. Мне осталось забрать только шлемак. И я тогда буду фулл 6. Вау, произменял меня. Сорян, но получилось как получилось. О, сзади чел! Ай-яй-яй-яй! Сзади чел! А что с лицом? И еще один. Слушай, фиолка. Ёптель-моптель. Надо граник. Это имба. Купил граник. Прикинь, чел бежал в сталике. Посыпался фиолкой. Мне кажется, это была хорошая хаешка. Ага, вижу его. Да не, ну это вообще изи килл. Пацаны, вы чего? Давай хаешкой попробуем. Гони им кашку. Только не пятая. Пятый шлемак. Ну мне как раз нужен шестой шлемак. Ёлки-палки. Дайте шестой шлем, видос окончен. Ого, разрывов набрал тип. Куда нам дальше? Ну, бежим пока просто. А, вижу типа, контролит. Ё-моё, какой он тоже. Как же мне везет. Как же мне везет. Как же мне везет на типов. Тупо весь видос нам везет. Да ну ладно. Ни одного красного, пацаны. Ну вот в этом плане, конечно, невезуха. Лучше были нормальные типы, ну... И сыпались, чтобы они нормально. Опа. Пайт, вижу. Это боты или... А, ни одной пулькой не попал. Ну это ж боты, да. Ёлки-палки. У него шлемака точно не будет. Да что ты будешь делать? МКшка улучшенная, медоед. Блин, ну бесит уже реально. Погоди, что по весам? 8x. Компен заберем. Погоди, тут... В рюкзаке Патриковна собиралась на все катки вперед. Так, я ж надеюсь, нас сейчас не подзакроют. А это пускай штурму остается. МКшка плюс разрывы. Я думаю, штурмикам будет приятно. Может, этот тип красный? Угу. Четвертый. Да ты прикинь, как игра надо мной угорает. Падают шлемаки, но не шестые. Понял. Давайте чекнем босса, жив ли он или нет. Я надеюсь, что да. Может, с него как раз таки упадет шестая каска? Не, босс закрыт, да? А где? Куда его унесли? На балконе? Прикинь. Нифига себе, пихарь какой. Солевой, скорее всего, тоже уже. А-ля улю. Ну да. Пацаны, МКшку я там скинул на месте. Я не заметил, что она у меня в рюкзаке осталась. Я скинул
около босса штурмовичкам, пускай будет. Потому что я так сказал, оставлю штурму, а сам забрал и убежал. Давайте чекнем еще оружейку в этой локации, потому что может портануть нормально. О, это ж не штурм, а не, еще рановато, или 23 минута как раз. Давай поконтролим пока. Я просто не уверен. Так, погоди, а с другой стороны он сейчас залутает оружейку. А с другой стороны сейчас... Да, это штурм. Куда ты пушку взял? Если за мной будет бежать, я его развалю, конечно. А где он уже броню намутил? Ё-моё. Может, это и не штурм был? Да не, штурм. Только откуда броня уже? С босса? Еще один штурм. Ну, сам выбрал путь. Зачем? Я ж первый начал даже прыгать. Обычно первыми прыгают штурмовики. Ну, есть как есть. Дверь бей закрыта у нас еще. О, туда нам надо. Я думаю, последнего типа мы можем и подкрысить, ребят. На двери бей как раз таки. Графу нужно сменить. О, и еще ж сегодня следующий день. Нужно посмотреть, забанили ли того типа или нет. Мне кажется, что нет. Который с крыши убил меня, помните? О, 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 о! Да все, это ГГ тип. Это ГГ. Есть шлемак? Ху-ху-ху! Два шлемачка. Бронька. Слушай, я тут за одну катку практически пул 6. А всего-то нужно было подождать одного типчика. Блин, он не открыл дверь! Мне показалось, что он уже открыл ее в этот момент. Ёлки-палки. Лоханулся, что сказать. Лоханулся. Ну ничего. Ну ничего, заберем ратку. Цель на видос мы выполнили. Ну, конечно, обидно, что я не дождался, пока он откроет дверь. My fault. Я на самом деле подумал, что он ее уже открыл, пацаны. Почему-то мне так показалось. Маки скинем. Кинем. Возьмем разрывов. Стоит ли долутывать ратку? Не стоит. Чтоб нас потом тоже не забрали. Какая минута? 17-я. Ну, опасненько. Опасненько. Тут подлутано. Бронька есть. Пул 6. Юрец, правда, не фулл 6, но юрец пускай сам потом качается, ребят. Опа, тут тоже открыто. А где я видел закрытый кейс? Вот здесь, по-моему. А, это ж может еще и баг быть, что кейс на самом деле закрыт. Выход у меня здесь. Да не, я сейчас пойду на выход, ребят. Не хочу затягивать видос. Он и так длинный, мне кажется, получится. До фулл 6 с ящика, с оружейки, вернее, в радиации у меня получилось залутаться. А следующую рубрику в комментах напишите вы, какую бы хотели увидеть. Любые идеи, самую интересную выберу для видоса. Тем более ратка фулл фиолка, ребят. Херня. О, тут кейсич еще есть. Слушай, ну может и подлутаем, может и подлутаем по шурику. Постараюсь на монтаже потом максимально... Что ж тут максимально, если тут интересного ничего нет? А че у меня места занимает так много? Не понимаю. Аптеки. А, две больших аптеки, реально. Все. Думаю, что места нет. Чтоб меня сейчас с крыши тип не вальнул. Писемка. О, может, найдем все-таки черное письмо. Наверное, вот когда встречаешь типа на черной двери, нужно не оттуда его закрывать, а когда он заходит уже лутать черную дверь, забрасывать туда молики, хаешки и там его закрывать. Мне кажется, так правильно. А, куда я? Блин.
Туплю. Ну давайте эту сторону еще пройдем. Дай золотую пушенцию. Пожи, пожи, пожи. Понял, МП5К. Дай отсюда. Хотя бы ракетницу. О, ракетница тоже было бы неплохо. На самом-то деле. Угу. Тоже неплохо. О, ну, черное письмо. Черное письмо. Черное письмо. Понял. Так тут кейсов еще нормально, поэтому лутаемся. Ну то, что падает фул фиолка. Честно, это аж бесит. А здесь кейс залутал? Да. Это тип, скорее всего, да, был? Не пес, а вот это? Тоже пес. Давай ракетницу. Угу, спасибо. Может, босс даже живой. Я, кстати, не удивлюсь. Нет, тут открыто. А, он с боссом мог письмо получить, пацаны. Наверное, да. Не буду утверждать, но... О-о-о, с босса письмо получил, а кейс не открыл. Ё-моё. Чел. А тут? Все равно нихера нормального нет. Я в шоке, ребят, если честно. Как не сыпет радка. Давай этот кейс и чекнем. Здесь подлутан кейс, а здесь не подлутан. И сейчас быстренько на обменнике еще обменяем. Красного даже нет для обмена ничего, прикинь. Розовый только и фиолка. Это самая худшая радка, наверное, за весь сезон. Я такой плохой еще не видел. А здесь? О, и писемка сзади еще есть. Возможно, в задней писемке, как бы это ни звучало, есть черное письмо. Угу. Да? Пожалуйста, дай черное письмо. Мы пойдем залутаем еще черную дверь. Спасибо. Этот кейс я не понимаю, почему-то вообще никто не лутает. В любом из режимов он остается всегда закрытым. Почему я хз? Потому что, возможно, здесь кто-то зашел, слышу. Опасная позиция. Тяжело его лутать. Я думаю, патриков нам тоже уже сколько не надо. О. Ну, по-моему, со стороны босса кто-то пришел. Ну, слиток хотя бы дай, пожалуйста, радка. Понял. Спасибо. Ё-моё, тут еще вся радка. Вся сторона не лутана, скорее всего. Так. Ну, по-моему, кто-то топает. Я не знаю, возможно, вам не слышно. Мне кажется, что кто-то здесь еще есть. Толку нужно скидывать. Я не понимаю. Ого, 20 генераторов! 20, пацаны, 20 генераторов! Ошалеть! Ну, все язык. Давай так. Вот так. Вот так. Вот так. Угу. Надо еще один предмет в сейф закинуть. А тут кейсы уже открыты. Тут... А, во, кто-то лутался. Показалось шестой рюкзак. Четвертый, четвертый херня. Мини-босс был жив. Ракетница! Вот это пойдет. Батарейка? Нихера себе. Ого. Красное кто-то не забирал. Я скинул чуть-чуть фиолки, ребят, поэтому есть место. Но топчик тоже есть, ракетница. Мега удача. Ты закрыт, открыт? Точно открыт. Поэтому сейчас по Шурику будем улетать. Так, розыгрыш РП. Я помню. Розыгрыш РП от Юрика. За то, что пошел с нами в видосик. Жаль, конечно, до конца не снялся, но очень сильно мне помог. Очень сильно Юра мне помог. Поэтому, ребятки, кто хочет поддержать Юру, подпишитесь на его канал. У него канал так и называется, как его никнейм. В начало можете перемотать. Клуб Нуб. Ёлку я уже не собираю. Мы можем чекнуть еще вот здесь письмо. Около двери A очень часто в писемке спавнится письмо. Очень часто. Надеюсь, на этот раз тоже. Давай.
Игра, я готов. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ребят, что и следовало доказать? Ё-моё, что мне скидывать? Патроны скину. Невместительный рюкзак у меня получился. Почему-то, я не знаю почему. Давайте я быстренько эту сторону подзалутаю, а потом встретимся с тобой уже на черной двери. О, оружейка. Вот эта вся часть была залутанной, потому что штурмовичок какой-то заходил и лутался. А здание большое, я хз, ребят. Если еще и здание не подлутано, то это топ. Потому что вот та вся часть на улице была не залутанной тоже. И здание, естественно, ребятки, тоже никто не лутал. Ошалеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оно. 20. Давай скинем хотя бы. По десятку можно скидывать. У нас же еще черная дверь есть. О, груда золота. Чиназес. Отлично. Вот это уже отлично, ребят. Грудушка попалась. Топчик, аж настроение поднялось. Груда имба. Да ты шо, еще больше настроение поднялось. Вот это здание. 5 лямов. 5 лямов уже. Пацаны, 214 секунд, залутал полностью здание, скинул патроны, и, ну, место останется. 5,4 ляма. 5,4 ляма. Место должно еще остаться у нас для того, чтобы... Ну, можно шлемак скинуть, но я думаю, мы сейчас пёлку скинем и посмотрим, какой вынос у нас будет. Ого, а этого я и не видел. Вот где файтик был. Вот где черное письмо, наверное, взялось. Так, давай вот здесь вызовем, на всякий случай. КЗ, поможет нам это или не? Угу, я только что приставил на секунду. Прикинь, если б я промазал, в крышу попал. Это было бы такое фиаско, конечно. Так, 170 секунд. Найс. Давай. Черная дверь, я готов к грудам, слиткам, ко всему. Ага, слиток есть, пойдет. Дальше. Давай еще такой же. Понял, но неплохо. И еще слиточек один. Понял. Так, тогда скидываем фиолку. Генераторы практически все скинул. Все, 5,9 ляма. Что можно еще скинуть? Аптеку и поднять ее назад. И бусты. 5,9. Ну, все остальное я скидывать не буду, ребят. Есть как есть. Пойдет. Сейчас улетаем, встречаемся в менюшке, и я вам расскажу по поводу розыгрыша на РП. Ой, я провтыкал тут еще забрать. Ё-моё, хорошо, что забежал, думаю, может забустаться, либо же смоки посмотреть. Смоков-то у меня не было. 6,1 ляма. Просто, чтобы безопасно улететь. Пойдет. Давай-давай, 60 секунд. Успеваем. Да не, ну получилось офигенно. Мне кажется, получилось топово. Надеюсь, что смогу улететь. Да. Получилось. 5,3 ляма чистыми. Найс. Теперь давайте зайдем сразу на почту. Посмотрим, что нам там безопасность. А безопасность ничего нам не написала. Это не тот. Это забанили типа. А вот Insane. 22 часа назад. Как видите, я не вру, что этот видос я доснимаю на следующий день. Прикинь, за это не банят, скорее всего. Если с крыши убиваешь, за это не банят. Ребятки, для участия в розыгрыше на Royal Pass от Юры, все, что вам нужно сделать, написать в комментах словосочетание «золотой верстак», и таким образом я пойму, что ты участвуешь в розыгрыше на РП от Юрчика. Также в комменте укажи свою ID-ку, либо же ID-шку укажи в информации о своем канале. Не забудь лайкнуть видос и подписаться на канал, если еще по какой-то причине не подписан. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видосах, друзья.